Город Калинов. О, уже это. Да, это, значит, из новых песен. Песня к спектаклю, не состоявшемуся, к сожалению, или безвременно смерти режиссера, по Ленинградской студии театральной, по замечательной пьесе Арсения Николаевича Островского «Горящее сердце». Действие, если кто не помнит, происходит в конце 19 века в уездном городе Калинове, на берегу Волги, там купеческие всякие романы, страсти, но все идет на фоне, значит, там грубой купеческих детей вместе с какими-то бомжами приблудными, деньги есть, ума не надо, там порядок с пушек, пьют шампанское, катаются по Волге, а в России, тем не менее, грядет конец 19 века со всеми вытекающими последствиями. Вот. И они поют такую вот, как бы, загульную песенку. За рекой закат горит малиновый, вечер опускается на лог. А в уездном городе Калинове сколько непролазное вокруг. Старики повсюду до старушечки, как же мне потешно мою прыть. То ли снова вы полите с пушечки, то ли по сарматку полюбить, а Лёха, то ли слово выпалить из пушечки, то ли по сарматку полюбить. Для чего зазря учиться грамоте, ежели такие чудеса? То ли мне со свечкой во храм идти, то ли мне направиться в леса? Выйду я на реченьку на быструю, пей себе, гуляй себе домой. То ли нам задеваться бомбистами, то ли нам удариться в запой. Алёха, то ли нам задеваться бомбистами, то ли нам удариться в запой. За рекой закат погас малиновый, птиц собирается на юг. А в уездном городе Калинове сколько непролазное вокруг. И какую, братцы, резолюцию учиним мы с вами до зари? То ли поддаваться в революцию, то ли поддаваться в лотари? Алёха, то ли поддаваться в революцию, то ли поддаваться в лотари?